А сейчас о пожарной обстановке в регионе. За период с 25 по 31 июля 2022 года на территории города Пинска и Пинского района произошло 3 пожара. Всего с начала года зарегистрировано 80 пожаров, из них 30 пожаров в городе Пинске и 50 в Пинском районе. В огне погибло 6 человек. 28 июля в 1:15 в Пинске ГРУЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении по улице Степной, 4. Произошло открытое горение хозяйственного строения, хозяева находились на улице. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. 31 июля в 11:05 пожар случился в жилом доме по улице Калиновой, 51. Пожар ликвидирован до прибытия подразделения МЧС. В результате пожара огнем повреждены диван и натяжной потолок, закопчены стены и потолок в зале. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Пинском районе произошел пожар в деревне Ковнятин. Загорелась баня, принадлежавшая местным жителям. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие. На территории Брестской области с начала 2022 года произошло 593 пожара. В огне погибло 47 человек. 63 человека травмировано, уничтожено 142 и повреждено 533 строений. Спасено 78 человек. МЧС обращается ко всем жителям города и района. Соблюдайте правила пожарной безопасности и будьте бдительны при обращении с огнем.